еще листья зеленые. Снег идет. Листья зеленые. О, калина. Калина красная. Много зарослей. Кто-то ездил с утра пораньше на машинке. Наконец-то выпал первый снег. Очень хорошо в лесу, свежий воздух. Вообще никого нет, ни людей, ни машин, тишина. Все деревни как будто вымерли. Мы сейчас вышли, называется деревня Лукино. На берегу Оржи. Вообще красота. Лес заметен снегом. Наступила наконец-то зима. Правда, все это растает. О, да ворона. Хорошо погулять на свежем воздухе, отдохнуть от каких-то бытовых проблем, от суеты, от всего, что происходит вокруг нас. Так что гуляйте, отдыхайте. Так, мы нашли охрененный мостик. Новый. Такого мостика я еще не видел. Переходим. Слушай, они ничем не скреплены, эти бревна ничем не скреплены. И перила шатаются. Ну вот офигенный новый мостик, только он скользкий, блин, держаться рукой за камеру хуже, чем держаться рукой за перила. Вот мы в деревне Лукино. Они там фоткают, что-то там дерутся опять. Мы прошли всю деревню почти до самого конца, набрали, там была калина, черная рябина, можно попробовать черноплодка. И еще я сорвал маленький-маленький такой замерзший шиповник. Потому что прикольно попробовать что-нибудь такое вот замерзшее зимнее. Да. Да, я уже набрался, я буду пробовать. Может быть, это те опенки как раз зимние, которые Семен хотел. Надо будет показать этот видос. Но они так какие-то старые, такие замерзшие совсем. А вот мы вышли наконец-то к реке. Вот она река. Вот он наш мостик, сейчас мы перейдем наконец-то ближе к магазину. Давай. Блин, как классно. Как классно зимой в лесу. Начало, кстати, смотри, лед немножко подмерзать. Схватываться. Там есть следы? Следы. А, вот кто-то ходил, да. В принципе, мостик истоптанный. Нет, я стою, жду, давай. Блин, так классно. Смотри, как классно, вода поднялась. Помнишь, как здесь на коньках катались? Такой древний исторический деревянный мостик. Если бы мы упали в холодную воду, у нас есть спички. Ёлки, да, они снимают. Нет, просто две елочки. Это одна елочка, она сама себя удовлетворяет. Нормальные елочки. Серая вода, осенняя вода. По тропинке даже никто не ходил. Мостики. Очередной безумный мостик, сделанный из всяких палок и прочей всякой хрени. Я вообще телепортировался. Осень. Глубокая осень, начало зимы. По желанию нашей небольшой туристической группы, в количестве одной девушки и двух молодых людей, мы сверху дерево красивое. Да, символ Тверской области, кстати.
Вот. Мы свернули на тропиночку. Паломническую экскурсию в сторону Савасьевского монастыря. А, до него идти не так далеко, но там болото. И, в общем, короче говоря, если мы заблудимся, не вернемся, если вы найдете эту видеокамеру... Болото там будет, грозный рожу. В общем, короче говоря, дальше будет интересней. В смысле? Конечно так. Конечно так. Мы сейчас зайдем на остров, заблудимся с ним. Вау. Новый мостик через Оршу. Пошли туда, конечно, да. Следопыты. Вы дурак. К собакам. Никто не знает дороги, кроме меня. Но я им не скажу. Хорошо на улице. Хорошо на улице, еще пока светло. Когда станет темно, тогда на улице станет уже не так хорошо. Почему у нас карты нет? Карты у нас нет. Навигатора у нас нет. Нас ведет кто? Ну, ты, господи, тема. Нас завели в лес на болото. Речка. Не знаю, выберемся у нас. Нет, Ваня. Мы нашли какую-то тропинку. Собачьи следы, волчьи следы, человечьи какие-то такие непонятные. Мы углубились вглубь леса, но тропинка есть. Видно, что снег совсем не глубокий, это очень хорошо. В лесу, кстати, намного теплее, чем на дороге. И меньше снега, потому что он застревает в кронах деревьев. Еще прикольно. Нашли мы заброшенную дорогу посреди леса. Да, на дорогу сейчас выйдем. Найдемся. Рано или поздно мы найдем выход. Еще зеленые листья, покрытые снегом, трава из-под снега. Ну, winter is coming. Вообще очередной мостик через ручей, совсем экстремальный. Это уже не совсем нормальный, скажем так честно. А уже совсем пипец. Снег усиливается, мы потеряли одного члена экипажа, который свернул на маршрутку, а мы пошли другим путем, более экстремальным. Вот опять Корши. Красиво. О, еще один мостик мы нашли. Сегодня день мостов. День мостов через всякие речки, вонючки. Но снега стало уже реально, уже дофига. Осенний лес.